друзья, гости, родители, учителя. Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. Принимайте наши поздравления, выпускницы и выпускники. Все вы заслужили уважение за труды, что были нелегки. Ну а праздник, чтоб начать, выпускников пора нам приглашать. Дорогие друзья, в зал приглашаются выпускники 2024 года. Давайте поприветствуем наших ребят. Первыми выходят выпускники художественного отделения. Следующими приглашаю выпускников фортепианного отделения. Следующими приглашается отделение народных инструментов. Хоть поверьте, хоть проверьте, но не верится сейчас, что когда-то в этих стенах вас встречали первый раз, что банты у многих были, как большие облака, что до клавиши порою не могла достать рука. Со словами поздравлений и напутствий в добрый час. Первый класс пришел сегодня с торжеством поздравить вас. Мы пойдем за вами следом. 8 лет за классом в класс. Как-нибудь уж не забудьте вы тогда поздравить нас. Погодите, погодите, не хочу ждать 8 лет. За год выучу я ноту, музыкант я или нет. Я умею ли на рояле, языки дикие играть. И свидетельство такое тоже должен получать. Что ты? Разве можно музыкантом за год стать? А чему ж еще учиться? Мне знакомы 7 нот. Больше их и не бывает, я нарочно узнавал. Что ж, сейчас ты убедишься, что для выпуска ты мал. Восьмиклассники умеют гаммы в терцию играть. Мы же только научились их по знакам различать. Им инвенции по силам, трехголосные и двух. Но нам пока берут, кидают то со счетом вслух. Как нога способна слушаться, на питание не жмут. А у нас еще и ноги за земли не достают. Да, пожалуй, выпускаться. Рановато нам, друзья. Так и быть, учиться дальше. Остаюсь пока и я. За проблемами своими мы от темы отошли. На сравнениях свернули и забыли, с чем пришли. А пришли мы вас поздравить, пожелать счастливо жить. И нашу школу никогда не позабыть. Поздравляем. Всех счастливого пути. Лучшей школы музыкальной на свете не найти. Дорогие выпускники, когда-то вы были такими же, но за годы обучения в школе искусств вы многому научились. Для начала давайте взглянем, какими вы были. Добрый день, дорогие друзья, гости, родители, учителя. Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. Принимайте наши поздравления, выпускницы и выпускники. Все вы заслужили уважение за труды, что были нелегки. Ну а праздник, чтоб начать, выпускников пора нам приглашать. Дорогие друзья, в зал приглашаются выпускники 2024 года. Давайте поприветствуем наших ребят. Первыми выходят выпускники художественного отделения.
Следующими приглашаю выпускников фортепианного отделения. Следующими приглашается отделение народных инструментов. Хоть поверьте, хоть проверьте, но не верится сейчас, что когда же в этих стенах вас встречали первый раз, что банты у многих были, как большие облака, что до клавиши порою не могла достать рука. Со словами поздравлений и напутствий в добрый час первый класс пришел сегодня с торжеством поздравить вас. Мы пойдем за вами следом, 8 лет, за классом в класс. Как-нибудь уж не забудьте вы тогда поздравить нас. Погодите, погодите, не хочу ждать 8 лет. За год выучу я ноту, музыкант или нет. Я умею ли на рояле, языки дикие играть. И свидетельство такое тоже должен получать. Что ты? Разве можно музыкантом за год стать? А чему ж еще учиться? Мне знакомы 7 нот. Больше их и не бывает, я нарочно узнавал. Что ж, сейчас ты убедишься, что для выпуска ты мал. Восьмиклассники умеют гаммы в терцию играть. Мы же только научились их по знакам различать. Им инвенции по силам, трехголосные и двух. Но нам пока берут, кидают то со счетом вслух. Как нога способна слушаться, на питание не жмут. А у нас еще и ноги за земли не достают. Да, пожалуй, выпускаться. Рановато нам, друзья. Так и быть, учиться дальше. Остаюсь пока и я. За проблемами своими мы от темы отошли. На сравнениях свернули и забыли, с чем пришли. А пришли мы вас поздравить, пожелать счастливо жить. И нашу школу никогда не позабыть. Поздравляем, всех счастливого пути. Лучшей школы музыкальной в свете не найти. Дорогие выпускники, когда-то вы были такими же, но за годы обучения в школе искусств вы многому научились. Для начала давайте взглянем, какими вы были. Добрый день, дорогие друзья, гости, родители, учителя. Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. Принимайте наши поздравления, выпускницы и выпускники. Все вы заслужили уважение за труды, что были нелегки. Ну а праздник, чтоб начать, выпускников пора нам приглашать. Дорогие друзья, в зал приглашаются выпускники 2024 года. Давайте поприветствуем наших ребят. Первыми выходят выпускники художественного отделения. Следующими приглашаю выпускников фортепианного отделения. Следующими приглашается отделение народных инструментов.
Хоть поверьте, хоть проверьте, но не верится сейчас, что когда же в этих стенах вас встречали первый раз, что понты у многих были, как большие облака, что до клавиши порою не могла достать рука. Со словами поздравлений и напутствий в добрый час первый класс пришел сегодня с торжеством поздравить вас. Мы пойдем за вами следом, 8 лет, за классом в класс. Как-нибудь уж не забудьте вы тогда поздравить нас. Погодите, погодите, не хочу ждать 8 лет. За год выучу я ноту, музыкант или нет. Я умею ли на рояле, если гидики играть. И свидетельство такое тоже должен получать. Что ты, что ты? Разве можно музыкантом за год стать? А чему ж еще учиться? Мне знакомы все 7 нот. Больше их не бывает, я нарочно узнавал. Что ж, сейчас ты убедишься, что для выпуска ты мал. Восьмиклассники умеют гаммы в терцию играть. Мы же только научились их по знакам различать. Им инвенции по силам, трехголосные и двух. Но нам пока берут, кидают то со счетом вслух. Как нога способна слушаться, на питание не жмут. А у нас еще и ноги за земли не достают. Да, пожалуй, выпускаться. Рановато нам, друзья. Так и быть, учиться дальше. Остаюсь пока и я. За проблемами своими мы от темы отошли. На сравнениях свернули и забыли, с чем пришли. А пришли мы вас поздравить, пожелать счастливо жить. И нашу школу никогда не позабыть. Поздравляем, поздравляем, всех счастливого пути. Лучшей школы музыкальной на свете не найти. Дорогие выпускники, когда-то вы были такими же, но за годы обучения в школе искусств вы многому научились. Для начала давайте взглянем, какими вы были. Вы стали взрослыми и научились достойно держаться на сцене. Давайте продемонстрируем ваши умения, навыки и таланты. И первым на сцену приглашается Жаркова Лиза. Александр Даргомышский, меланхолический вальс. Приглашается Визгалов Филипп, Юрий Гаврилов, Лиса Попрошайка.
пришел последний школьный день, и май волшебник, полюбуйтесь сами, осыпал щедро нежную сирень лиловыми душистыми цветами. И продолжает наш маленький концерт Миронова Полина. Фредерик Шопен, вальс «Додис минор». Приглашается Никитин Денис, Виктор Титов, вальс. Thank you.
начать с утра волнение, как будто в этот праздник мы открытие ждем и вдохновение, и исполнение мечты. Тихонов Данил, Татьяна Попрякова, танго. Thank you.
Группа выпускников из состава «Зарянки». Музыка и слова Петра Андреева «Матушка Земля». Послушали выпускников музыкального отделения. А теперь давайте посмотрим на выпускные работы художественного. Обратите внимание, они все находятся на этой стене.
Учащиеся художественного отделения выполнили итоговые работы по станковой композиции. К вашему вниманию предоставлены и декоративный натюрморт, и сюжетная композиция, и иллюстрация к произведению Булгакова «Мастер и Маргарита». А теперь давайте взглянем на некоторые моменты из их жизни в нашей школе. Видим грусть у вас в глазах, быстро время.
Дорогие выпускники, удивительный, волшебный, добрый мир искусства навсегда вошел в вашу жизнь благодаря прекрасным людям, которые на протяжении нескольких лет помогали постигать вам его непростые законы. Они вели вас за руку все время, пока вы учились, переживали, радовались и грустили с вами, вместе с вами. Огромная благодарность всем педагогам за ваш большой труд. Вам дать последнее напутствие перед тем, как отпустить вас в счастливый водоворот жизни. На сцену приглашаем преподавателей детской школы искусств. Встречайте.
Сказали не сейчас. Выпускники, какие вы сегодня симпатичные, с улыбкой, настроение отличное. И в этот вечер важный и торжественный, пусть в вашу честь звучат слова приветствия. Зоветесь вы теперь выпускниками, как жаль сегодня расставаться с вами. Вы выросли, здесь нечего добавить. Лишь с окончанием школы остается вас поздравить. Вы на виду у нас росли и на глазах умнели. Вы как-то сразу расцвели и повзрослели. Еще вчера ученики, мы стали лучшими друзьями. И вот уже выпускники. Любуемся, гордимся вами. А пожелать вам хочется так много. Пусть светлым будет путь. Легка дорога. Пусть этот праздник, дивный школьный вечер, подарит теплоту и радость встречи. Мы вам желаем вдохновения, поменьше неудач и слез, чтоб по душе нашли вы дело и музыку любить всерьез. Что стало дорого вам в школе, пусть будет дорого всегда и сохранится в ваших душах на долгие счастливые года. Пусть в жизни вашей светит яркая звезда, и музыка всегда звучит пусть в сердце. Вас школа выпускает, но помните всегда, всегда открыта от нашей школы дверца. Ребята, преподаватели желали вам только добра, счастья, успеха и удачи. Сегодня у вас есть прекрасный шанс поблагодарить их. Слово предоставляется вам, выпускники. На сцену приглашаются художники. Чтобы однажды возвратиться, сдружила музыка нас навсегда. Для вас составили наказ серьезный, строгий как приказ. Программы срочно упростить, в субботу выходной внедрить. Всем детям шалости прощать и лень у нас не замечать. О двойках не напоминать, по хору партии не сдавать. Родителей не вызывать и ставить лишь оценку 5. Запомнить вы должны наказ и выполнять без лишних фраз. Каждый год весенним майским днем в наш город приходит праздник юности и красоты, выпускной вечер. Как долго мы его ждали! Позади репетиции, конкурсы, концерты и пленэры. Позади тысячи больших и маленьких событий, из которых складывается школьная жизнь. Дорогие друзья, мы рады сообщить, что выпускные экзамены сданы успешно. И сегодня 35 выпускников получат свидетельство об окончании детской школы искусств. Вот и настал самый торжественный момент нашего вечера. Слово для поздравления и вручения свидетельств предоставляется директору школы искусств Елене Викторовне Кравченко. Дорогие ребята, уважаемые родители, многоуважаемые педагоги, вот подошел к концу очередной учебный год, и мы опять выпускаем наших повзрослевших, похорошевших, таких замечательных выпускников. И в этом году их очень много, 35. Это, наверное, самая большая цифра за мое, будучи время директором. Да. Среди выпускников художники, пианисты, народники, духовые инструменты. И впервые выпускаются, пианисты, конечно же, и впервые выпускаются
девочки с фольклорного отделения. Музыкальный фольклор. Вот уже 5 лет прошло, как мы ее внедрили, окажется, только вчера. Вы слышали, как они сегодня подарили нам вот такой чудесный музыкальный подарок. И мы очень гордимся, ребята, вами. Вы наша гордость. Вы тоже можете с собой гордиться, потому что вы закончили начатое. Вы большие, трудолюбивые молодцы. Я вас с этим поздравляю. Вы соприкоснулись с прекрасным миром искусства. И это теперь останется с вами навсегда. Кому-то это будет началом профессии, а кто-то просто стал богаче гораздо и красивее внутренне и внешне. Я вас с этим поздравляю. Дорогие родители, хочу сказать вам огромное-огромное спасибо, потому что только втроем три составляющие могут быть залогом успеха. Педагог, ребенок и, конечно же, родитель. Спасибо вам большое. Мы сегодня гордимся детьми вашими. Я хочу сказать еще огромное спасибо нашим педагогам, замечательным, чудесным, которые любят ваших детей, которые отдают частичку себя нашим учащимся. Педагоги, большое, огромное вам спасибо. Ну что, настал момент вручения дипломов. У вас есть большая возможность пойти дальше по дороге не только гуманитарного и технического направления и окунуться в мир искусства. Вы можете поступить в учреждение культуры и искусства, в отличие от ваших одноклассников общеобразовательной школы. Поэтому сейчас я вам вручу свидетельство, и начнем мы с диплома, который мы называем «Красный», с отличием. Так случилось, что в дополнительном образовании нету такого диплома, как с отличием. Но мы очень гордимся детьми, которые закончили нашу школу только на 5. И поэтому вот я с удовольствием выдаю им вот такие красные корочки. Вот сейчас вы будете видеть, сколько у нас краснодипломников. Их много. Итак, Васильева Кира. Она получает уже второй диплом. Первый она получила за фортепиано. Она у нас пианистка, а теперь получает диплом как саксофонистка. Кирочка, спасибо тебе. Выпускники, вам подарок от школы. Всем мы дарим флешку. На флешке закачаны вот эти видеофильмы, которые вы видели здесь. Про учителей и про вас, наших любимых учеников. Ну и грамоты мы дарим. Вот такого вот дизайна, нашего персонального дизайна, грамоту про нашу школу детям, которые заслужили эти грамоты. Вот Кирочка у нас отличница дважды, получает диплом, грамоту и флешечку. Которая получает второй диплом. Сейчас вы в этом убедитесь. Так, Ткаченко Вероника. Что девочки с фольклорного отделения. Вот все краснодипломницы. Вероника, спасибо тебе большое. Держи. Ты можешь остаться у вас еще на год. Ты знаешь, что это получается? Свидетельство вручается Шмырёвой Ольге. Спасибо тебе. Ну и Леонтьева Марина. Обучение в школе, в нашей школе получить 2 образования, получить 2 диплома. Так, награждается, художники у нас награждаются. Громов Антон. Мальчик, который выпускает у нас художников, давайте громко ему хочу. Молодец. Утрим Таисия. Спасибо тебе большое.
Мущенко Маша. Алина победительница в конкурсе,
скажу, называть социально-экономический плакат «Чистая страна, какую я ее вижу». Вот вчера нам дали, мы решили, что сегодня мы тебе вручим этот диплом, да? Ну и за музыкальную шкатулку тоже. Держи, ты молодец. Глубокая Виктория. Огромную благодарность вашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам за то, что они все эти годы поддерживали вас в ваших творческих начинаниях, переживали вместе с вами, а иногда и больше вас во время зачетов, экзаменов, концертов, с непередаваемым волнением ловя каждый звук. Слово предоставляется родителям выпускников. Пахомова Анастасия Павловна. Thank you.
я тоже прочитаю. Дорогие Анастасия Анатольевна и Ирина Михайловна, я искренне благодарю вас за ваше терпение, труд и желание научить наших детей. За то, что вы... внушаете им уверенность в своих способностях. За то, что вы все эти 5 лет направляли их и всегда были готовы помочь им во всем. Отдельное спасибо нашему директору школы Елене Викторовне. Что вы даете возможность нашим детям учиться, проявлять себя и получать дополнительное образование. Спасибо вам большое. Следующим приглашаю Визгау Татьяну Александровну. Ой, добрый вечер. Хорошо, что все закончилось. Прям переживание было ужас. Любимые учителя, вы сделали так много для наших детей. Спасибо за то, что вы учили их красоте музыки и добавляли гармонию в их жизнь. Вы показали им, что талант и старания могут привести к великим достижениям и помогли им достигнуть своей высоты. Вы помогли нашим детям преодолеть трудности и развить свой творческий потенциал в музыке, научиться играть на инструментах и выражать свои эмоции через музыку. Большое спасибо за ваше прекрасное творчество. И следующим я приглашаю на эту сцену Лозанову Татьяну Леонидовну. Добрый вечер, уважаемые педагоги, родители, родственники, бабушки, дедушки и все-все причастные к тому, что сегодня наши дети получают диплом. Может быть, кто-то первый, кто-то второй. Спасибо огромное педагогам за эту огромный труд, который вложили в наших ребят. И сегодня наши ребята получили еще одну опору в своей жизни. Друзей в лице педагогов, которые столько лет с ними шли. И, конечно, мы не можем их не поблагодарить за эту работу. Спасибо за тот потенциал, который вы открыли в наших детях, за этот ресурс, который вы даете нашим ребятам, которые пойдут с этим багажом знаний, навыков, любви вашей. Безмерно, потому что вы профессионалы в своем деле. И мы очень надеемся, что все наши ребята достигнут своих целей, своих успехов и выберут свой путь, который будет успешным. Вася, я тебя приглашаю сюда на сцену. Давай мы поблагодарим педагогов, которые все эти годы были с тобой. И Елена Викторовна, вы как директор, да, я тоже хотела вас поблагодарить, потому что все начинается с директора. С организацией учебного процесса. Благодарить нашего замечательного педагога Валентину Ивановну Чернявскую. Валентина Ивановна, любимая, дорогая Валентина Ивановна, как друг. Авраменко, да, Валерия Александровна, которая тоже вложила свой труд и частичку. Хотелось бы поблагодарить Татьяну Александровну Фунтову, которая тоже вложила свой труд. Посмотрите, сколько педагогов трудилось для успеха наших детей. Проходите, Татьяна Александровна, пожалуйста. Надежда Анатольевна Дмитриевна, пожалуйста. Вы тоже с нами через эти годы, шли к нашим, таким, нашим высотам. Нашим. Спасибо вам огромное большое за это. Также с нами был педагог, чтобы я ничего не забыла, ничего не упустила. Так, давай, Вася, вспоминай, кому мы не отдали цветы. Татьяна Александровна. А также, конечно, с нами был в начале нашего пути Бриненко Андрей Анатольевич. Да, мы всех педагогов. Огромное вам спасибо. Большое вам спасибо. Большое шикарное рукопожатие и обнимаем вас. Андрей Анатольевич у нас жмите руку, мужчина, вы же сегодня судья на самом деле. Я хотела бы сейчас поблагодарить и сказать, что Андрей Анатольевич, вы все знаете, да, не только педагог у нас, он еще замечательный музыкант, который работает в группе.
музыкальной КУСТО и радует своим творчеством дальнегорцев. И это, конечно, большое-большое дело, потому что педагог, который практик, он, конечно, вселяет еще и уверенность в детей. Дети смотрят на него, как он работает на сцене, и много об этом говорят. Поэтому я вам хотела пожелать, чтобы вы продолжали успешно эту деятельность, заражали ребят музыкой и, конечно, вам дальнейших успехов. Спасибо вам большое. Но у нас руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики, мой начальник непосредственно. Я тоже хочу поблагодарить ее за внимание, за постоянный отклик на все наши чаяния, желания, беды какие-то даже случаются. Татьяна Леонидовна, большое-большое вам спасибо. Надеемся и на дальнейшее вашу поддержку во всем. Спасибо. Родителям спасибо за терпение, тревожное до слез сердцебиение, за дни и ночи и любовь большую, за душу беспокойную, родную, за слова сердечные, улыбки, что прощали детские ошибки, радостно со школы нас встречали и душевно, нежно обнимали. А сейчас мы приглашаем выйти к нам на эту сцену преподавателей. Людмилу Владимировну. Надежду Дмитриевну, Надежду Геннадьевну, Александра Анатольевича, Андрея Анатольевича, Валентину Ивановну, Валентину Николаевну, Татьяну Александровну, Виолетту Андреевну, Евгению Александровну, Ольгу Борисовну Нечаеву, Валерию Александровну, Анну Федоровну, Ирину Михайловну, за ваш труд и любовь к своему делу примите же от нас все эти прекрасные.
путь незнаком, но не шагу назад. И мы верим, что выпускников ждет немало прекрасных наград. Пусть идут спешат года, вы счастливыми будьте всегда. А теперь для торжественной пьянки на сцену приглашаются все выпускники. Пятна, ребятки, короткая будет в этом году. Труд у нас есть, дело чести. Клянемся быть во всем на первом месте. Клянемся! Школу клянемся не забыть, почаще в гости приходить. Как только деток заведем, их к вам учиться приведем. Клянемся! А теперь звучит прощальная песня наших выпускников. Плохо они поклялись. Шелестят, где учить уроки не хотят. Проучились вместе мы с вами много лет. И настал прощание грустный час. Счастья пожелать хотим для вас, нашим дорогим, прекрасным всем учителям. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Нас учили много лет подряд непослушных, а дорогих ребят. Детство озаряет наше светом и теплом. Благодарны мы в судьбе своей, лучше не найти учителей. Счастья пожелать хотим, песню спеть для вас. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Ребята, а давайте в заключение проведем лотерею «Золотой ключ».
суперприз – повторное обучение в школе искусств. Желающих принять в лотерею участие, просим сдать свидетельство об окончании обратно. Есть желающие? Нет. Тогда лотерея отменяется. Из нашей школы в жизни мир большой. Уходят наши юные таланты. Мы вам желаем счастья всей душой. Художники, певцы и музыканты. На этой мажорной ноте наш прекрасный вечер окончен. Мы от души вас поздравляем с получением свидетельств об окончании школы искусств. В добрый путь, дорогие выпускники! Дорогие гости, сейчас вы можете сфотографироваться с нашими выпускниками, а после я приглашаю всех выпускников и родителей на улицу загадать заветные желания и запустить шары в небо. Простите, пожалуйста, минутку. Да. Меня предупредили о том, что есть еще желающие родители, которые очень хотят сказать слово. На сцену приглашаются родители. Ребятки, стоим, потому что еще фотографируемся. Я выросла в этой школе, трое детей. Последняя дочка сейчас закончила, ну, наверное, последняя. Поэтому я хочу поблагодарить директора Елену Викторовну и всех, кто принимал участие в воспитании наших детей. Большое вам огромное спасибо. Если еще есть желающие, я приглашаю вас на сцену. Тогда приглашаю всех на сцену сфотографироваться с выпускниками.